Добрый день, друзья! Компания «Котлов» запустила очередной котел «Пелитор» номинальной мощностью 100 кВт. Запустили мы его в цеху МТЗ в городе Мензелинска. Цех у нас 1000 квадратных метров. Установлены вулканы, воздухонагреватели ВР-2, 6 штук. Высота потолков около 8-9 метров. Работают вулканы. Так вот выглядит наш пеллетный котел номинальной мощностью 100 кВт. Котлов, сервисный центр, обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Сейчас у нас котел набирает температуру 65 градусов. Соответственно, включились у нас уже насосы на подающие контуры. Также у нас установлена гидрострелка. Так у нас происходит горение пеллет, как мы видим. Так у нас выглядит теплообменник. Мы видим, как языки пламени выходят почти наружу. Котел работает у нас вот на такой грануле. Гранула у нас чешмов, 1800 за тонну. Сейчас я вам покажу еще, как у нас снаружи выглядит здание. Опа-опа. Нет газа, выгода 40% экономичной системы. Здание, конечно, у нас, как обычно, с проблемами, с щелями со всех сторон. Но ничего, как можем, боремся. Вот такое вот здание. Ну все, с вами была компания «Котлов». Звоните, пишите, будем вас консультировать.